Штора нормально. Давай еще раз на доску. Я не знаю, это зашкаливает. Ой, фу, что это, блин? Это жесть. Джина! Всем привет, я Элли Ди. Со мной моя собака Джина. И сегодня уехала Вера с Сашей, и мы остались втроем в этом мистическом доме. Я, Кирилл и Джина. И нам предстоит сегодня еще одна ночь. Не знаю, как мы ее переживем, потому что последние ночи и дни здесь было очень тревожно и было очень много мистических событий. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и ночь начинается. Вера с Сашей бежали из этого дома как от огня, определенно. И я не смогла никак уговорить Веру остаться с нами даже до утра. Но на то у нее были свои причины, потому что Саша чуть не захлебнулся в воде. Я надеюсь, вы видели предыдущие ролики. А в Москве Веру еще ждет дома кошка Марта, которую она в попыхах не взяла с собой сюда. Я боюсь ее трогать, потому что, блин, ничего хорошего с ней связанного еще не происходило. Когда бы мы с ней не взаимодействовали, всегда получалось не очень хорошо. Поэтому я не буду ее трогать, Кирилл. У меня есть идея. Раз мы остались здесь одни, и уже наступает ночь, я думаю, что можно взять и скачать, короче, приложение, которое определяет призраков. Я не знаю, каким образом это работает, но, в общем, скачать и просто посмотреть, проверить хотя бы, поводить по предметам у нас дома, особенно по тем предметам, которые ранее в предыдущих днях и ночах проявляли какую-то активность. И посмотрим, что покажет приложение. По крайней мере, это очень любопытно посмотреть, что же будет. О, я нашла, короче, приложение. Вот, смотри, Кирилл. Вот, типа, видишь, привидение нарисовано. О, о боже. Она уже зашкаливает. Блин, да, в этой комнате уже зашкаливает. Я думаю, это из-за того, что, в принципе, мы здесь и духов вызывали, и, ну, это очевидно. Здесь всегда происходило что-то странное в этой комнате. Начнем, походим, попроверяем. Ну, да, давай. Джин, ты чего? Давай с нами. Это зеленая зона, это значит, что низко. Пол низко. Ну, давай доску посмотрим. Ого, 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 ого. Что-то было, Кирилл, Кирилл. Смотри, смотри, смотри. Ну что, видишь, что зашкаливает? Вижу. Давай отведем. Штора нормально. Давай еще раз на доску. Смотри, опять, блин, зашкаливает доска. Да. Ты что, реально, что ли? Слушай, оно, получается, работает. Блин, жесть, давай все исследуем, это очень интересно. Давай телевизор. Здесь низко, ничего не видно. Так, давай часы. Смотри, смотри, часы зашкаливают. Нет, у часов оранжевый уровень. Давай камин. Зеленый, зеленый, да, низко. Часы, смотри. Смотри, часы средние. Что бы еще такое посмотреть? Кирилл, дверь. Давай, давай дверь проверим. Смотри, Кирилл. Смотри, 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 дверь, блин. Опять! И стул опять, да? Стоит. Да. Я не помню, я вроде не двигала. Я не двигал, мы постоянно только убираем каждый день. Вроде сегодня не было. Давай посмотрим. Смотри. Желтый. Красный теперь. Слушай, было желтый. Кирилл, что ты меня пугаешь? Давай картину вот эту, которая трехглавая собака. Здесь все зеленое. Зеленая зона, да, вот. Лоу, низко. Ничего нет. Здесь все спокойно. Давай еще раз дверь. Смотри, 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 смотри. Опять, 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 опять. Сначала было желтое, а потом оно повышается до красного. То есть оно не сразу. На двери вот вообще не сразу. Надо пойти, наверное, посмотреть за пределами этой комнаты. Здесь, мне кажется, вообще везде, блин, все есть. Ключница.
Наша дверь входная. Зеркало, которое меня всегда пугало. Вроде нормально. Да? Вроде все хорошо. Кладовая. Кладовая, Кирилл, кладовая. Желтая, но не красная. Короче, желтая кладовая. Ну что, может, мы туда зайдем? Да, мы что, туда все равно заходим, там вода у нас хранится. Да и вообще, мы все уже, мне кажется, заметили. Да, доме. Это точно. Аккуратно смотри, здесь прямо. Вот. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Это что было? Захлопнулась дверь. В смысле? Может, заклинило немножко, блин? В смысле? Я не знаю, в смысле. Есть фонарик какой-то? Да, кстати, есть фонарик. Ой, а что он не зажигается? О, зажегся. Это что? Фу, что это? Я не знаю, это зашкаливает. Серьезно? Ты что? Ой, фу, что это, блин? Фу, она липкая. Мне показалось, это краска. Тебе это знакомо? Конечно, знакомо. И это черная плесень. Долго мы здесь еще сидеть будем? Ничего не видно, ничего не снимается. Но только Джинни на шее. Слушай. Видишь это? Тихо. Тихо, 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 что? Тихо, 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 тихо. Нельзя выходить, это опасно. Тише. Господи, это тень какая! Тихо, молчи. Давай выходить уже отсюда. Блин, у меня телефон разряжается. Садится уже батарейка, все. Что? Не получилось. Мы же не могли открыть. Ну, никто не держал, как будто дверь. В смысле не держал? В смысле не держал? Смотри. Нет. Ты видишь это? Да. Стул здесь стоит. Он около стены стоял под картиной. Боже. Джинни след какой-то взяла. Пойдем наверх, Кирилл. Пойдем там посмотрим, что. Проблема исключительно с домом. Я тоже думаю, что дом. С домом. А в чем еще? Вот конечно, Вера с домом. Я просто так говорила про то, что она видела дом. Какой-то мистический, который может быть, не просто так. Наверное, просто Вера как бы что-то видит. Может, этот дом сам дух, как бы, призрак? Я не знаю. Здесь что-то тоже как будто есть, смотри. Жена куда-то убежала? Собака убежала. Но она сейчас вернется, она просто, наверное, что-то услышала, может. У лизуна вроде все нормально. Слушай, она прямо лает. Он самостоятельно нашел? Ну, я думаю, она сейчас прибежит. Пойдем сюда посмотрим. Заходи. Смотри на люстру, мне кажется, она шатается. Она зашкаливает. Мне кажется, тень, прямо тень шатается. Да, она шатается. Она чуть-чуть, но шатается. И зашкаливает все. А картина? И картина зашкаливает. И она шатается. Что за жесть? Боже, это жесть. Если... Джина! Джина, иди быстрее! Скорее! Ты видела это быстрее! Джина, Джина, Джина! Джина, Джина, Джина! Что с ней? Что с ней? Все в порядке? Джина! Джина! Навези что на с нее, тобой? Навези на нее. Мне кажется, все хорошо. Все нормально. Она бежит туда. Быстрее. Что-то бежит по лестнице. Зашкаливает. Ты слышал этот звук? Как кто-то бежал по лестнице большой. Прям тяжелый человек. Боже. Короче. Боже. Короче, надо отсюда уезжать. Сразу как светлеет. Как солнце встанет, сразу надо уезжать. Это ужасно, я не знаю. Серьезно?
Здесь что-то постоянно происходит, ты понимаешь? Да, мы, блин, живы-здоровы, все нормально, но то, что здесь происходит, это не норма. Мне кажется, как только мы уедем отсюда, все сразу закончится. Все будет нормально. Ну, тогда я выключаю камеру. Выключай. Подписывайся на мой канал и увидимся в новых роликах.